Внедрить. Здравствуйте. Можно ли выполнять практики из разных ступеней и семинаров? Да. Есть шестая ступень у нас. И в шестой ступени я давал практики, которые называются общение с атманом и увеличение атмана. В нашей школе атман или понятие атмана отличается от санскритского слова атман, потому что атман обозначает истинное я. В нашей школе мы называем атманом определенное чувство, которое возникает в груди человека, и мы называем это чувство условно атманом. И есть целый ряд практик. Допустим, первая часть — это практики работы с атманом. Помните, атманы солнце, атманы луна, атманы ветер, атманы эфир. И дальше идут еще, по-моему, там 15 или 20 моих рекомендаций, как бы это называется, медитации колдуна. Там смешай в атмане солнце и звезды, представь, будто в голове красный флигель, и там создай то-то, взмахни, скажи, дыши и так далее. И это все принесет тебе то-то. И это все очень эффективно работает. Чем старше и чем ярче ступени, тем больше у человека шансов коммуницировать магически с тем миром, в котором он живет. И это все в дальнейшем делает человека уникальным. То есть у человека появляются удивительные паранормальные способности, и он как бы их открывает сам для себя. Очень часто, незаметно, люди, которые оканчивают там 5-6 ступеней, вдруг в какой-то момент понимают, что они могут вылечить там позвоночник человеку, или помочь избавиться от каких-либо заболеваний, просто улыбкой или подумав об этом человеке. Ну, как-то так. Поэтому мой ответ такой: конечно, любыми практиками из любых ступеней можно пользоваться.